В Крым за последние сутки силами МЧС доставлено более 100 генераторных установок. Оборудованием поделились российские регионы и крупные промышленные компании. Кроме того, завезли сотни тонн топлива. Запасов хватит почти на 2 недели, а также продукты питания. На городских улицах устанавливают световые башни. Количество тех, кто остается без света, за минувший день снизилось более чем на 100 тысяч человек. Потребителей в жилых домах подключают к резервным источникам энергоснабжения.